Всем доброе утро! Сегодня 1 сентября, и сейчас я буду собираться на линейку. Сейчас 7 часов утра, и сейчас время патчи. Так что я буду делать патчи, заправлять кроватку, завивать волосы. Ну, а вас я беру, так сказать, с собой, и вы будете наблюдать за всем этим процессом. Поехали! У меня вот такие вот черненькие патчи. Сейчас я их буду приклеивать. Открываем. И я вот так. А я бы еще и не проснулась. Так что вот. Сейчас. Ой, не вывалились. С другой стороны. И сейчас будем их приклеивать. Приклеили. Теперь будем приклеивать второй патч. И теперь вместо синих кругов под глазами у меня черные. Я выгляжу точно как панда. Сейчас я пришла в ванну. Я уже умылась до того, как одела патчи. Сейчас почищу зубы. Я собрала волосы, потому что мне раз неудобно, а два так прикольно с этими ушками. И я включила разогреваться плойку, потому что мне нужно завивать мои волосики. Я решила поменять местами накрашивание и накручивание. Сейчас я буду краситься. Сначала я всегда протираю кожу мицеллярной водой. Так что вот. У меня такой пробничек из Эврошен. На самом деле у меня есть и другая. Просто вот это вот сейчас моя самая любимая. Вот так. Ничего, Ева. Теперь будем наносить крем. Смущает, а что там ел, кашель? Чихает-то без остановки. И у меня еще очень-очень. Ну а теперь приступим непосредственно уже к накрашиванию лица. Вот косметичка, и сейчас буду краситься, все доставать и вам показывать. Обычно я крашу перед большим зеркалом в моей комнате, но так как сейчас я все делаю на видео, я буду красить вот с этим маленьким, надеюсь, у меня все получится. Так что вот. Сначала брови. Брови — это у меня вот такая вот пудра от NYX, она очень удобная. И также у меня есть две кисточки, сначала их расчесываю, а потом вот крашу. Так что вот. Теперь перейдем к глазам. Для глаз я буду использовать вот такие вот тени от Urban Decay. Они безумно красивые. То есть сейчас я вам их покажу. Они вот такие вот с блестками. Это выглядит безумно круто. И сейчас я кисточкой буду наносить их на глаза. И буду это вам показывать. То есть вы будете это видеть, а я буду это делать. Вот и все, осталось только накрасить ресницы, и с глазами я закончу. Я не пользуюсь консилером, раз потому что я загорела, и мой консилер смотрится странно на моем лице. А я использую вот такую вот тушь от соды, и мне она самая удобная, так что буду сейчас ей красить глаза. Вот, и теперь осталось нанести только хайлайтер, у меня такой вот от Essence. И это коллекция Mermaid, и он такой вот красивенький, он мне очень нравится. И также наношу хайлайтер под бровью. И обычно я беру либо вот этот вот розовенький, либо желтенький. Ну вот и все, мой макияж же готов. Возможно, он на камере не очень его заметно, но в жизни он есть. И мне кажется, он получился достаточно интересным для 1 сентября, каким-то обычным, но при этом блестящим, прям как я люблю. А теперь мне нужно быстро идти закрутить волосы, одеться, иначе я уже буду опаздывать, если через 5 минут не начну закручивать волосы. И я завила волосы, мне кажется, выгляжу с ними как овечка, потому что они слишком объемные, но при этом мне очень-очень нравится. Мою маленькую. Ева уже одета, Агата, сейчас мы с Агатой с Евой все будем завтракать. Я уже оделась, я одела вот эту вот красивую блузку, одела юбку, осталось только дособирать рюкзак, одеть туфли, и, в общем-то, можно выходить. Так что вот, сейчас я обуюсь, оденусь и возьму вас с собой уже непосредственно на саму линейку. Все, сейчас мы уже собрались, вышли и едем в школу, и, слава богу, мы пока не опаздываем.
И сейчас мы встретились с Настей и идем в школу. Вот мои цветочки. И мы пока что не опаздываем. Вот нам сейчас все, вот это вот нужно унести домой. Как просто все это вместить сюда. Я сложила учебники в рюкзак, и вот еще сколько осталось, я а не знаю. Мы чуть не перевесила. До всех, по-моему, этот рюкзак перевесил. Да. И теперь это все придется нести, когда ты еще и на каблуках, прям вообще круто. И сейчас мы уже вышли из школы, я там мало снимала, и приехали в ресторанчик Марчеллис. И сейчас пойдем кушать и отмечать 1 сентября. Ну мы тоже, я все это, до машины еле доперли, у Евы под портфель неподъемный, у Сони тоже все выдали, огромный комплект, так что это вот так. Мы сели и решили заказать, я заказала себе такой салат с морепродуктами и каким-то соусом, и буду сейчас пробовать. Когда я заказала себе ингредиенты заново, это тогда будет кушать. Забей диагноз, когда ты будешь салат, где есть салат. Ты будешь ли салат, что дальше тоже? Что это?